Всем привет! Меня зовут Софья Грицунова, и вы на канале магазина товаров для новорожденных Piccolo. В этом видео вас ждет обзор немецкой коляски Cybex Pream. Я расскажу про ее основные комплектации. Это 1 в 1 со спальным блоком, 2 в 1 с прогулочным блоком и 3 в 1 с автокреслом 0+, Cybex Cloud Z или Cybex Aton M. Также я расскажу вам про основные характеристики и функционал коляски. Не забывайте подписываться на наш канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. А я предлагаю начать обзор нашей коляски. Начну с дизайна колясок Cybex. Компания уделяет этому очень большое внимание и делают это не напрасно, потому что дизайн никого не оставляет равнодушным. Вы либо влюбляетесь в него, и после этого других колясок для вас просто не существует, либо вы считаете, что этот дизайн достаточно смелый для вас. В этом случае я рекомендую обратить внимание на более лаконичные и сдержанные расцветки колясок Cybex. Сейчас передо мной дизайн Кои. Кои в японской мифологии – это карп, который символизирует благополучие и достаток. И здесь он реализован как карп, плывущий по серебристой глади воды. По-моему, это очень романтично и поэтично. Этот яркий дизайн был разработан в коллаборации с креативным директором модного дома Moschino Джереми Скотт. Такую коляску вы можете приобрести в розовом, голубом и черном цвете. Этот дизайн называется Spring Blossom. Он может быть как в черном, так и в белом оттенке. И этим дизайном компания Cybex сделала оммаж, такую дань уважения итальянскому бренду Dolce Gabbana. И вот эта расцветка росы цветов возвращает нас в жаркую, цветущую Италию. Коляска Cybex Pream является своеобразным конструктором. Вам достаточно подобрать подходящую для вас комплектацию и приобрести составляющие. Вы можете самостоятельно выбрать расцвет спального блока, расцветку прогулочного блока, раму и автокресло. Вы сами решаете, какой будет идеальная коляска для вашего малыша. Вы можете выбрать одну из четырех комплектаций. Это со спальным блоком, с прогулочным блоком, комплектация 2 в 1 со спальным и прогулочным блоком и комплектация 3 в 1. Это спальный блок, прогулочный блок и автокресло с самого рождения 0+. А теперь давайте соберем конструктор Cybex. И первое, с чего мы начинаем, это рама коляски. Всего может быть несколько дизайнов. Это хромированная рама с черными деталями, хромированная рама с коричневыми деталями, полностью черная матовая рама, рама в цвете Rose Gold. И некоторые дизайнерские серии, такая как Джереми Скотт, может быть только на золотой раме, чтобы дизайн перекликался с крылышками на спальном и прогулочном блоке. Второй наш шаг мы выбираем расцветку спального блока. Это может быть одна из дизайнерских коллекций, либо спальный блок в классической расцветке. После того, как мы с вами выбрали спальный блок, мы переходим к выбору прогулочного блока, или как называет его компания Cybex, Seat Pack. По большому счету, это просто ткань с направляющими, так как каркас самого прогулочного блока уже идет в комплекте с рамой. И важное дополнение, что и спальный блок, и прогулочный блок могут быть разных дизайнов. А для полноценных путешествий с малышом не забудьте приобрести автокресло 0+. Это может быть автокресло Cybex Cloud Z, либо Cybex Aton M. Также на раму коляски Cybex вы можете установить автокресло других популярных брендов, таких как Maxicosi, Britax Römer или Bugaboo. А если вы хотите ознакомиться с полным чек-листом товаров для путешествий, то я рекомендую вам посмотреть отдельное наше видео. Ссылочку я оставлю здесь и в описании. А также прикреплю ссылку на чек-лист на нашем сайте. Есть активная ссылка на каждый товар. Теперь давайте подробно поговорим про спальный блок, про прогулочный блок и про раму Cybex Pream. В просторной люльке Cybex Pream малышу будет комфортно гулять, отдыхать и спать точно так же, как и в своей собственной кроватке. Эксклюзивная износостойкая трехслойная ткань Protex защитит малыша в любую погоду. Она обеспечивает защиту от ультрафиолета, защищает даже в сильный ливень и быстро избавляется от влаги благодаря своим дышащим свойствам. Все текстильные материалы, которые используются в производстве колясок Cybex, экологически чисты и безвредны для малыша, а также соответствуют международным требованиям и нормам. Просторный и комфортный спальный блок идеально подходит и для морозной погоды, когда малыш одет как капустка, и для жарких летних дней. Внутренняя обивка мягкая и приятная на ощупь, изготовлена из натурального хлопка.
Весь внутренний хлопок можно снять и постирать. Размер внутри 80 на 35 на 20 сантиметров. Это достаточный размер, чтобы привозить здесь малыша до 7-8 месяцев в зимнем конверте. Также, помимо мягких боковых бортиков, у малыша есть небольшой ограничитель в изголовье, что дает такое очень уютное и компактное пространство. А также у нас малыш отдыхает на матрасике, который имеет эффект памяти. То есть матрасик адаптируется под тело и под вес малыша, отчего отдых становится еще более комфортным. Дно коляски ровное и плотное. Дополнительных вентиляций здесь не нужно, потому что это экологически чистый материал, который и так сам по себе хорошо вентилируется. Накидка на спальный блок крепится двумя способами. Кнопочками к капюшону коляски и молнией к основному корпусу коляски. Молнию мы можем открыть с двух сторон, и тогда она у нас не улетит в парке при сильном ветре. И при таком открытии накидки укладывать малыша будет еще удобнее. Спальный блок оснащен глубоким бесшумным капюшоном, который обеспечит надежную защиту от солнца, ветра и дождя. У капюшона есть козырек, который мы можем либо открыть, либо спрятать. И также опустить капюшон с помощью двух кнопок. Сначала до полуоткрытого положения, либо полностью. И также бесшумно поднять. В жаркую погоду можно открыть специальное сетчатое окошко для проветривания. А если на улице совсем тепло или ребенку стало скучно, то очень кстати станет дополнительное большое окошко в передней части люльки. Через него малыш сможет не только дышать свежим воздухом, но и наблюдать за окружающим миром. В спальном блоке у нас есть две умные кнопки с памятью. Это значит, что нам не нужно тянуться двумя руками и снимать спальный блок. Достаточно нажать одну кнопку, затем вторую, и за интегрированную в спальный блок ручку просто потянуть его наверх. У спального блока есть 4 ножки, и мы можем на них поставить спальный блок, куда нам удобно. И также спальный блок легко устанавливается на раму. И также страховочный ремень на ручке, который не даст коляске самопроизвольно уехать. Теперь давайте подробно познакомимся с функционалом прогулочного блока. Хочу напомнить, что дизайн вы можете выбрать отличный от спального блока, тем самым разнообразив ваши прогулки. Мы начинаем использовать прогулочный блок тогда, когда малыш уже уверенно умеет сидеть. Но особенность этого прогулочного блока в том, что здесь хорошо опускается спинка. Полностью горизонтальное положение до 180 градусов. Это позволяет использовать прогулочный блок чуть раньше обычного. И используем мы его до 3-4-летнего возраста. Максимальная нагрузка на прогулочный блок составляет 22 килограмма. Прогулочный блок у Сайбикс прям реверсивный. Он может быть установлен как лицом к маме, так и лицом к окружающему миру. Спинка прогулочного блока Сайбикс прям регулируется в трех положениях. Первое положение – вертикальное для прогулок. Следующее положение – для отдыха полунаклон. И третье положение – полностью горизонтальное для комфортного сна. Такое положение позволяет нам использовать прогулочный блок, даже если малыш не умеет сидеть. И также регулируется подножка до 180 градусов. Тем самым у нас образуется большое место для комфортного сна размером 94 на 35 сантиметров. За безопасность в коляске отвечает бампер с оплеткой из кожи, за которой очень будет приятно держаться вашему малышу. Бампер съемный с двух сторон. Можно снять как с правой, так и с левой стороны. И также его можно полностью снять, добавив больше простора в прогулочном блоке. Второй элемент безопасности – это пятиточечные ремни. Здесь они выполнены с мягкими накладками, которые не будут натирать малышу. Также ремни можно регулировать по мере роста малыша. Обратите внимание на дизайн замка. Он перекликается с дизайном всей коляски. Есть коричневый декоративный ремешок и обрамление в цвете розголд. И в целом замок напоминает ключ дорогого автомобиля. За безопасность коляски отвечает надежный ножной тормоз, который не портит вашу обувь и летний педикюр. Внизу коляски есть вместительная корзина для покупок. Она очень объемная и выдерживает 5 кг. Так же, как и в спальном блоке, у прогулочного блока есть дополнительный козырек, который защищает от солнца. А чтобы увеличить глубину капора, нам нужно открыть молнию и просто потянуть капор вперед.
Также в открытом сегменте у нас появляется окошечко с москитной сеткой. Также капор имеет защиту от ультрафиолета 50+, поэтому, находясь в тени такого капора, ваш малыш точно не обгорит. Еще одна интересная особенность прогулочного блока Cybex Prime в том, что он имеет достаточно высокую посадку от пола 60 см. И если вы вдруг решили после прогулки зайти и пообедать в ресторане, то вам не нужно пересаживать малыша в отдельный стульчик, достаточно просто подвести коляску к столику. Теперь давайте познакомимся с рамой коляски Cybex Prime. Ее прочность и легкость, всего 5,5 кг, достигается за счет алюминиевого сплава. При этом компания Cybex дает 2 года гарантии на шасси коляски. Сама рама отличается хорошей маневренностью, и это достигается за счет передних поворотных колес. Также передние колеса можно зафиксировать, чтобы пройти сложные участки дороги. В этом случае коляску не будет кидать из стороны в сторону. Также передние колеса мы с вами можем снять и вместо них установить лыжи для зимних долгих прогулок. Как установить лыжи на коляску Cybex Prime, мы рассказали в нашем отдельном видео, которое называется «Лучшие коляски для демисезона и зимы». Ссылочку я оставлю здесь и в описании. Диаметр передних колес 19 см, а задние колеса достаточно большие и проходимые. Их диаметр 30 см. Колеса Cybex Prime выполнены из высококачественной вспененной резины и наполнены гелем. Такие колеса невозможно проколоть и их не нужно подкачивать. Амортизация у коляски Cybex Prime средней жесткости, и она расположена на каждом колесе, даже на передних. И вместо системы антишок здесь есть полноценная пружинная амортизация. Теперь давайте посмотрим, как складывается коляска Cybex Prime. Удобный тип складывания книжкой позволяет сложить коляску вместе с прогулочным блоком, причем текстилем внутрь. Тем самым прогулочное сиденье малыша остается в чистоте. Для того, чтобы сложить коляску, нам нужно убрать капор и опустить спинку в самый низ. Затем мы нажимаем две кнопки на ручке коляски и достаточно резко опускаем ее вниз. А затем складываем раму. Габариты в сложенном виде вместе с прогулочным блоком составляют 40 на 46 на 66 сантиметров, а без прогулочного блока 24 на 46 на 66 сантиметров. Коляска раскладывается так же легко, как и складывается. В режиме прогулочного блока мы с вами можем использовать еще одну очень интересную функцию Cybex Prime. Это режим тележки. Давайте покажу, как она выглядит. Для этого нам нужно нажать две клавиши на раме и потянуть к себе переднюю ось. Так нам становится легко тащить за собой коляску, особенно по песку, либо по снегу, или, например, поднимать коляску по лестнице или перекатывать через бордюр. У коляски телескопическая ручка, она регулируется под любой рост родителя. В нижнем положении ее высота составляет 94 сантиметра. И для комфортных прогулок желательно, чтобы ручка находилась на уровне ваших тазовых костей. Вот, например, сейчас она как раз таки так расположена по отношению ко мне, мой рост 156 сантиметров. Но если ваш рост выше, то вы можете поднять ручку до высоты 104 сантиметра. Теперь переходим к автокреслу. Чтобы комфортно, а самое главное безопасно путешествовать с ребенком, обязательно приобретите для себя автокресло 0+. Как выбирать автокресло с рождения, а также как устанавливать его на штатные ремни безопасности и на базу ISOFIX, мы рассказали в нашем отдельном видео. Ссылочку я оставлю здесь и в описании. Если вы едете на небольшую прогулку, на шопинг, в поликлинику или просто погулять в парке, то вам достаточно взять только автокресло с рождения и раму, и обязательно адаптеры. Адаптеры – это специальные переходники, которые вы устанавливаете на шасси коляски. Вот таким образом. И на адаптеры вы ставите автокресло. Это очень удобно, потому что в машине малыш может уснуть, и вам не нужно перекладывать его из автокресла в спальный блок. Достаточно просто поставить автокресло на шасси коляски. Педиатры советуют находиться малышам в автокресле от 40 минут до 2 часов, постепенно увеличивая это время. Но автокресло Cybex Cloud Z обладает некоторым секретом. Убрав капюшон и нажав специальную клавишу, мы с вами увидим,
как автокресло, раскладывается в полностью лежачее положение. И так ваши прогулки могут быть дольше, чем 2 часа. Некоторые наши клиенты, у которых малыши рождаются летом, даже не используют спальный блок. Они приобретают только автокресло, которое умеет раскладываться в лежачее положение, и прогулочное сиденье. И им этого достаточно. Автокресло Cybix Cloud Z действительно считается одним из самых передовых. За счет того, что оно умеет раскладываться в лежачее положение, а также у него есть база Z, которая умеет крутиться на 360 градусов. И также автокресло Cloud Z имеет самый последний и самый строгий стандарт безопасности R129. Cybix Cloud Z действительно считается одним из самых передовых и функциональных автокресел. Но если вам эти функции не сильно важны, а важна именно безопасность автокресла, а именно строгий стандарт безопасности R129, то вы можете рассмотреть другое автокресло от бренда Cybix, более бюджетное. Это модель Cybix Aton M, которая также устанавливается на шасси коляски. Также помимо автокресел с рождения Cybix Cloud Z и Cybix Aton M, на раму Cybix Prime можно установить другие бренды автокресел, таких как Maxi Cosi, Britax Römer и Bugaboo. Я была рада вас познакомить с премиальными колясками немецкого бренда Cybix. А если вы настоящий ценитель прекрасного, то больше дизайнов Cybix Prime вы найдете на нашем сайте picolodetki.ru. Не забудьте поставить нам лайк, если вы хотите увидеть в следующем обзоре младшую сестру коляски Cybix Prime, модель Cybix Balios S. А если у вас остались вопросы после просмотра видео, обязательно пишите их в комментариях под ним. А также заходите на наш сайт picolodetki.ru, там вы можете написать в чат-бот и пообщаться с нашим менеджером. Также пишите в личных сообщениях во ВКонтакте и не забывайте заглядывать в наш Инстаграм, у нас там очень интересно. Всем спасибо за просмотр, до новых видео и пока-пока!